Вот такая вот живописная дорога ведет к базе отдыха Эдем. По лесу Придонскому. Вот она, въезд в базу отдыха Эдем. На развилке с базой Исток. Турбаза Эдем. О, а местные аборигены уже прибежали. Смотри, смотри, кто там ходит. Ты же хотел. Чубайса, вот тут местный чубайс есть. Это не чубайс. Ну, тоже кот. Тоже смотри, какой довольный, жирный. Вот домик VIP. Домик на двух взрослых. Обладает огромной площадью. Две кровати. Два туалета. Ну, холодильник огромный. Ух ты, тут есть ванная, ништяк. Что это? Готовимся рыбачить. Северный Донец. Пляж классный. Ресторанчик прикольный. Утро. Солнышко. Хорошо. Наш вип-домик, там 4 комнаты, в одной из них мы раздельные с ванной. Тут очень много беседок разных, с компаниями приезжать, чинить дня и сидеть, есть, пить, отдыхать, наслаждаться природой. Детская площадка, дети при деле всегда будут. Какие и для малышей площадки, и качели вот самодельные для взрослых и для маленьких. А летом тут, наверное, пляжный футбол, ворота стоят, волейбол. А вот уже места для купания, для загорания. И опять качели. Красота. А это прям в 3 метрах от реки летние и зимние номера. Вышел, скупнулся, позагорал и в номер отдыхать. Еще номера, которые летом открыты. А вот такой канальчик. В котором всегда спокойная вода. Наверное, хорошая рыбалка. На той стороне еще какая-то турбаза. Здесь тоже можно сидеть, отдыхать, кушать.
все зеленеет, ивушки красавицы, яблони в цвету. Действительно, название турбазы совпадает с ощущениями, которые здесь испытываешь. Эдем. Река Северский Донец. Это главная достопримечательность украшения этих мест. Красивая, могучая, быстрая. Здесь хорошо отдыхать. Бунгало. Это такие отделы для индивидуального отдыха.